Центральной библиотеке имени Фазу Алиевой города Каспийска по поручению секретаря Дагестанского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергея Меликова состоялась благотворительная акция «Собери ребенка в школу», организованная секретарем Каспийского местного отделения партии «Единая Россия» Абдулвахидом Джаватовым. Дай Бог, чтобы у вас было светлое, хорошее будущее. И как-то вас, чтобы поддержать, «Единая Россия» уже сколько лет, уже каждый год организует акцию «Собери ребенка в школу». Как-то от себя поддерживают и в этом плане тоже. Мы раньше проводили в разных уголках, да, скажем, Дагестана, города, такие акции. А в этом году решили вас собрать здесь, городской библиотеке. Кроме того, Абдулвахид Джаватов отметил, что школа – это важный период в жизни ребенка. Здесь он получает 70% своих знаний, которые помогут выразить ему свою активную гражданскую позицию и внести вклад в дальнейшее развитие процветания нашего общества. Не надо тройки получать, для этого даже школу можно не ходить. Учитесь на отлично и время зря в школу не тратьте, хорошо? Потому что все то время, которое вы сейчас тратите в школе, надо потратить на знания, на получение знаний. Поняли, да? Этот чемодан, он пойдет с вами дальше по жизни. В этом чемодане, если будет пусто, вам тяжело дальше будет жить в жизни. Поняли, да? Дети, слышите? Заполняйте ваши чемоданы знаниями. Хорошо? Учитесь на отлично. Акция прошла для детей участников СВО, малоимущих семей, а также детей-инвалидов. Школьникам вручили рюкзаки с необходимыми принадлежностями для учебы. На вручение наборов пришли ребята, их мамы и бабушки, которые с благодарностью приняли участие в акции. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя собрания депутатов города Каспийска Тимур Насрылаев. Стоит подчеркнуть, что данная акция проходит ежегодно.